В любви и верности живет их семья. Бориса Дудика наш округ знает как председателя Совета ветеранов, но он еще и примерный семьянин. Их союзу 50 лет. Поженились в преддверии Дня семьи, любви и верности и смогли сквозь годы пронести и укрепить свои искренние чувства и истинные семейные ценности. Все просто. Надо встретить ту единственную и неповторимую, жениться на ней и жить долго и счастливо. Главное – любить друг друга. И замуж выходить, и жениться только по любви. Да. Тогда все будет замечательно, все будет прекрасно. «Единая Россия» и окружное управление социального развития Московской области поздравили семью Дудик с золотой свадьбой. Борис Романович возглавляет общественную организацию «Совет ветеранов», является ее председателем. И за его плечами богатый опыт работы с ветеранами. Он всячески оказывает содействие тем, кто обращается в данную организацию, и помогает многим. Его супруга Людмила Евсеевна, я скажу по-женски, это тыл. Не было бы столько сил у Бориса Романовича, если бы не его супруга, которая на протяжении всех этих лет идет с ним бок о бок. Мы должны все гордиться, что он так вот паром, можно сказать, молодая прожила уже 50 лет. Молодцы. Пожелать вам надо крепкого здоровья. Берегите друг друга, любите друг друга. Мы будем равняться на вас, молодежь, я в том числе. В комплексном центре социального обслуживания и реабилитации «Королевский», который расположен в Щелкове, клуб активного долголетия «День семьи, любви и верности» отметил праздничным концертом. Это самое дорогое. Люди, сумевшие создать по-настоящему крепкий союз, пройти проверку временем. Настоящий пример семьи, любви и верности. Анна Балиет, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.